Турецкая армия сегодня вторглась на север Ирака. Сухопутные части при поддержке авиации наносят удары по позициям боевиков Курдской рабочей партии. Судя по всему, эта операция стала ответом на целую серию терактов, в результате которых погибли несколько десятков турецких солдат и полицейских. Последний из них произошел сегодня днем. Недалеко от границы с Арменией был подорван микроавтобус. 12 человек погибли, 4 в тяжелом состоянии доставлены в больницу. По данным турецкой стороны, за последние сутки были уничтожены более сотни боевиков.